Такое количество людей у Ледового дворца обычно говорит о важном матче нашей команды. Но сегодня гродненцы здесь по другому поводу. Крошка моя, я по тебе скучаю. Все, конечно, на концерт. Это песня нашей молодости. Это наше все. Мы очень любим Сергея Жукова. И песня «Руки вверх». В Ледовом дворце, который сегодня превратился в концертный зал, абсолютный аншлаг. Через несколько минут на сцене появится Сергей Жуков, бессменный лидер группы «Руки вверх», который, кстати, празднует свой 20-летний юбилей. Добрый вечер! Поприветствовав гродненцев, Жуков предложил всем присутствующим вернуться в детство и юность. Сегодня не просто концерт. Сегодня не просто песни, музыка, прослушивание через колонки, что-то там такое играющее. Сегодня большое, красивое путешествие. Знаете куда? Ваше детство! Сегодня на вот таких маленьких машинках времени мы будем перемещаться туда, куда вы уже давно не перемещались, серьезно. Будем вспоминать такие вещи, наивные, добрые, радостные своего детства, что сегодня улыбки с ваших лиц сходить не будет. Сегодня вспомним наши выпускные, школьные дискотеки, пионерские лагеря. Чтобы поностальгировать и вернуться на несколько лет назад, как определил сам Жуков, на концерт пришли 4 поколения слушателей. Дети пригласили нас, сыновья пригласили, подарили, сказали, идите, сходите и все увидите. А вообще Сергей Жуков и его песни с чем ассоциируются у вас? С молодостью нашей. Вся молодость прошла под руки вверх. Это прекрасный концерт, поэтому нельзя пускать вот такое событие. Очень давно ждали. Я всегда помню, думаю, что не ждала меня. Я всегда помню, так любил. Танцпол переполнен, владельцам мест на трибунах тоже не сидится. Не танцевать под песню «Руки вверх» просто невозможно.